Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, и у нас проблема. Забыли графический ключ или пин-код. Но перед этим, дорогие друзья, хочу вас попросить подписаться на каналчик, лайк там, естественно, комментарий, а также есть в описании видео телеграм-каналчик, новостной и чат, где есть много информации, в том числе оперативная помощь, если вам такая нужна. Обязательно подписывайтесь, там много циферблатов, приложений, в том числе и бесплатно. Сразу хочу вас предупредить, что данная инструкция приведет к сбросу, полному сбросу ваших часиков, поэтому обязательно сделайте резервную копию, если ваши часы подключены к смартфону. Это можно даже сделать, не разблокируя устройство. И как это сделать, вы видите сейчас на своих экранчиках. Все точно так же. Ну а мы о графическом ключе или пин-коде. Забыли вы. Данная инструкция будет полезна только тем, если у вас прошивка One UI 4.5 и Wear OS 3.5. Вот заходите в Galaxy Wearable, как видите сейчас на экранчиках, заходите дальше, еще идете дальше у Galaxy Watch, потом нажимаете сведения ОПО, и вот они, эти значения. Если они у вас таковые, значит, эта инструкция для вас. И если у вас значение One UI 5.0 и Wear OS 4.0, тогда ваша инструкция в описании этого видео. Проходите по ссылочке, смотрите ее. Данная инструкция для вас работать не будет. Смотрите, значит, забыли, ничего сделать не можете. Сброс часов вы тоже сделать не сможете, даже со смартфона. Почему? Потому что вот такое окошечко у вас всплывет. Надо разблокировать часы и надо сделать там, нажать согласие на сброс. Но вариант для нас есть, и очень даже неплохой. Что нам с вами нужно сделать? Берете два пальчика, вот так, два пальчика берете, нажимаете и держите. Держите, 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 пока не появится надпись Reboot. Сейчас экранчик погаснет. Появится надпись Reboot. Как только она появилась, нажимаете три раза верхнюю кнопку, нижнюю, естественно, отпустив. Появляется у нас такая вот менюшечка. Нам с вами нужен вот этот вот пункт Recovery. Вот он. Получается, с верхней синей строчкой, если считать, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как туда попасть? Берем верхнюю кнопочку и нажимаем. Хоп, 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 хоп. Все, поставили на рекавери, нажмем и держим. Все, нажали, подержали. Теперь, пожалуйста, ждем, когда наши часы войдут в режим рекавери. Все, мы с вами в режиме рекавери. Здесь, значит, смотрите, как листать. Либо нижней кнопочкой, вот видите, переходит у нас по пунктам, да, либо свайпом сверху вниз, обратно, снизу вверх. Дальше, ну, я буду делать кнопочкой, чтобы было вам видно. Нам нужен с вами пункт Wipe Data, вот этот вот, Factory Reset. Когда мы на него подошли, синий он выделился, нажимаем верхнюю кнопочку один раз. Зашли, дальше еще раз нижнюю кнопочку Factory Data Reset. И теперь нажимаем верхнюю кнопочку один раз. Все, вот таким образом происходит полный сброс всех данных на наших с вами часах. Все, все полностью, абсолютно. Теперь нажимаем Reboot System. И ждем загрузочки наших часов и подключаем их по новой к смартфону. Все, часики загрузились, теперь осталось их только просто подсоединить к нашему смартфону, как обычно.